Ну, енді, сен де бастық боласың, Құдай қаласа. Давай я твоему бывшему руководству позвоню, сделаю тебя комбатом. Да нет, зачем? Я не хочу через кого-то устраиваться. Уволили, так уволили. Ну, тебя же уволили из-за меня. Слушай, Агашка, уже столько времени прошло, я забыл о вас даже. Но если у вас там совесть проснулась и хотите извиниться, то это уже хорошо. Давай вытрек геройство, дед Келлинг, хочешь, а? Давай я тебя восстановлю. Восстановить? Восстановить? Ну, если получится. Учился я же все-таки. С детства мечтал работать в полиции. Все? Завтра же восстановят. Болдма, больше обид нет? Может быть, просьбы какие-то есть? Просьба, бар. У меня что-то живот с утра болит, ага. А напарник не приехал. Можете вместо меня посидеть, а? Ну что, мне сигналишь, что ли? Давай быстрее, ты что тупишь? Хазер, хазер, тратор. Салаяш лучше. Я шла дымно. Да подожди, что ты сигналишь? Видишь, этот пульт тупит. Это ты тупишь у тебя. Тормоз. Все, давай, давай, проезжай. Слышь, ты что такой дерзкий? Вроде охранника ведешь себя как депутат. Ты что, ты как со мной разговариваешь? Ты знаешь, кто я?